Ага. Доброе. Друзья, давайте поставим лайк, кто ходит в школу с хорошим настроением. А если ты ходишь с плохим, то все равно поставь лайк, и она у тебя будет отличным. И не забудь подписаться. Что-то не так? Нет, все прекрасно. Чудесный день, чудесная вы. А, я поняла. Вы пытаетесь усыпить мою бдительность. Снова свои пранки проворачиваете. Небось, камер поставили, ловушек наделали. Но меня просто так не возьмешь. Я уже не одно поколение шутников пережила. Кнопки нет. Может, это подушка-пертушка? Значит, классику решили не брать. Кто сказал классику? Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. Колодца будешь? Колодца – глагол. Первое спряжение – несовершенный вид. Тьфу ты! Партизаны тиктокерского разлива. Я вам задавала. Все упражнения сделаны и дополнительные задания. А еще мы нашли ошибку в учебнике. И начали изучать следующую тему. Это конец? Мир сходит с ума? А может, нас напали пришельцы? А может, пришельцы это уже вы? Я тоже сделала все задания. Ну ладно. Раз умного сделала, значит, и все, наверное, могли. А я уж перепугалась. Думала, сумеречная зона. Вы много лучше телевизор не смотрите. А то будьте, как моя бабушка, постоянным гостем у Малышевой. А может, это ее совсем не телевизор свел ее с ума? По себе судишь, участник битвы экстрасенсов. Девочки, мы же не ссоримся, так? Все, оставляйте ваши тетрадки и садимся на свои места. Сколько будет корень из 121? 11. А из? 17. А? 13. Из каких пор вы стали у нас такими математиками? Интернет нам в помощь, Мария Ивановна. Ну, сейчас посмотрим, как он поможет вам справиться с этим. Умного, что такое? Говори! Ответ три! Три! Ох, охлевчество. Мне кажется, уши заложило. Это ладно, у меня телефон завис. А сейчас что вы делаете? Пишем пересказ «Война и мир». Но у нас же алгебра. А мы в формулах пишем. Ой, дурдом. Еще и кофе охота. Прошу, черный при черном кофе. Спасибо. Может, хотите что-нибудь еще? Да нет. Может, открыть окно? Или разжечь костер? Жарко? Холодно? Приятного аппетита! Мне ничего не нужно! Садитесь на свои места! Новая ручка. И тетрадка. Заряд для телефона. Немного магии. Я написала пересказ! Ребята, вы сегодня такие молодцы! Думаю, вас смело можно отпустить пораньше домой! Но сейчас только 10 утра. Ну, умолкни, я домой. Ой, простите, забыл. Школа мой дом, дом моя школа.
Хоу-хоу! Ну, сейчас я выведу вас на чистую воду. Я стану вашим ферри, доместосом, туалетным утенком! Нет, без утенка. Это не так эпично звучит. Ты не подержишь. А зачем? Это эксперимент. А можно я? Нет. 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 И что мне делать с этим? Все, что подсказывают инстинкты. А сейчас мы будем изучать новую тему. Все готовы? Афиногенов готов? Да, я готов. Афиногенов 2! За что? За провал эксперимента! Ой, как тут интересно, оторваться не могу. Не вижу, что происходит в классе. Может, там ребята уже оценки исправляют? Но я же не вижу, я в окно смотрю, там так интересно. А Марья Ивановна, вы тут забыли Кате тройку поставить. Я исправила. Ну, спасибо, умного. Специально тебе грибочков привезу с дачи мухоморов. Это все фотошоп ваш! Может, в нее кто вселился? Тебе виднее, это по твоей части. Здесь даже я бессильна. Ты хотела сказать не здесь, а всегда. Зачем ты удалила? Она бы стала вирусным. Вирусней твоих тараканов в голове нет ничего. Сейчас это довольно спорно. Марья Ивановна, а вы куда? В магазин! Во время урока. Ну... Смотрите, дракон! Серьезно? Вы думаете, мы на это поведемся? Нам уже не 5 лет. Что-то я... Да-да-да. Это Дарья Милохин! И Настя Кош! Тогда, может, раздача бесплатных игр? Где? Замуровали демоны! Раз, два,
время вас искать. 3, 4, все двери мы закрыли. 5, 6, для Милохина будет месть. 7, 8, ничего не бойтесь. 9, 10, мы уже здесь. Не здесь, а здесь. Без разницы, главное в рифму. Занято! Что вы забыли в шкафу? Пыталась спастись! От кого? От вас! Это еще почему? Мы себя ведем, между прочим, идеально! Не идеально, а жутко! Вы как зомби или роботы! Точно вы андроиды! Так и знала, что рано или поздно вы захватите мир! Мы не роботы! Да! Но насчет тебя еще никто не уверен. Тогда почему вот все так... Вы рано ведете целый день? Потому что хотим на экскурсию. Да какую еще экскурсию? Вы нам обещали пару дней назад экскурсию в парк аттракционов. При условии, что мы будем себя вести хорошо. И что экскурсия будет вместо уроков. Точно. Почему вы смеетесь? Я просто так это сказала. Не думала, что это сработает. Так мы никуда не едем. Все наши старания были напрасно. Ну почему же? Вы начали лучше учиться. Столько нового материала прошли. А знания это... А почему вы на меня так смотрите? Мне пришлось сделать домашнюю работу самому. Мне надеть белую рубашку. А мне заплестись. А я стала не самой прилежной ученицей, а как все! Дарья Милохин! Нет, все! Нет, все! А еще мы нашли ушиб. Ну, сейчас я выведу вас на чистую воду. Я стану вашим фэри, домастесом, туалетным ребенком. Да почему ребенок-то? Утенок! Утенок! Тихо. Точно! Вы андроиды! Так и знала, что Лорана... Точно, вы андроиды. Все, тихо.